Волонтеры из Чувашии в 2019 году отправятся в Казань на 45-й мировой чемпионат WorldSkills. Добровольцев будут готовить в нашей республике. Центр молодежных инициатив Минобразования Чувашии стал одним из победителей открытого всероссийского конкурса добровольческих организаций. Учреждение получило статус ресурсного центра по подготовке волонтеров к чемпионату. На днях было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Центр молодежных инициатив включится в подготовку мирового чемпионата в статусе ресурсного центра по набору волонтеров. Всего по всей стране в 8 федеральных округах будут работать 15 подобных центров. Для нас стало очень значимым, что, опять же, в 2018 году уже мы получили вот этот вот статус ресурсного центра, и мы будем готовить волонтеров для мероприятия особенного. 185 человек, мы занимаем второе место, нас опережает только Ростовская область. Из этих 15 региональных отобранных центров вот мы занимаем второе место. Продолжается еще информационная кампания, еще можно попасть в кандидаты. И уже с сентября мы начнем собеседование. Оргкомитет мирового чемпионата планирует привлечь 2500 волонтеров со всей страны. В их число смогут попасть только самые подготовленные и целеустремленные добровольцы. Я не волонтером на WorldSkills в 2019 году, потому что это очень интересно. Есть небольшой волонтерский опыт языками английским наполовину. Ну, не изумительно, а так неплохо. Да, разговорный. Отметим, что Россия впервые будет принимать мировой чемпионат по профмастерству. Более 1300 молодых профессионалов из более 70 стран мира будут соревноваться по более чем 50 компетенциям. Оценивать их будут 1000 экспертов. Галина Титарчук, Анастасия Алангина, Атнер Корсаков. Республика.